Станция Китай, станция метро Китай-город. Друзья, идет раздача листовок и газет. Вот люди возвращаются, так сказать, из бессмертного полка. И вот тут вот вход в метро. И наши соратники, смотрите, какой идет поток людей. Вот и тут и листовочки, и газеты, все раздают. Какой поток людей тут огромный. Тут также раздаются листовки. Как живет там наш родитель? Принесут его. Огромное количество людей заходит в станцию метро Китай-город. Тут закрыли. Посмотри. А, видишь, пошли за очередной порцией листовок. Здравствуйте. Здравствуйте. Праздником Победы. Праздником Победы. За нашу Россию, за нашего президента. Да. Владеющего миром. Путина. К нему очередь стоит. Да. Все хотят поговорить. А говорят, а мы, знаете, мы вот вас тут это зажмем. Да мы этой гидре голову оторвем во главе с Владимиром Владимировичем. Он как сказал, денацификация. Но это дело не одного дня. Ну, они да. Подняли свои рожи, морды, языки вытащили и болтают. Мы им всем голову поотрубаем. Россия вперед! Во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. Родина, Сергеем свобода, Владимир Путин. Викторовичем Лавровым. Да. Сергеем Кожикетовичем Шойгу. Да. И со всеми нашими людьми, которые их поддерживают. Россия, Родина, вперед! Вперед! Родина, свобода, Путин! Праздником, свободу всем народам мира! Россия лучшая страна! Да, Россия лучшая страна. Да, самая за ваши самые золотые слова. Вот самая лучшая мирная страна на свете. Да. Мы свободолюбивые. Мы несем мир, дружбу. А они что несут? Они им бы всем спалить все. И вот наши некоторые суждают. А что-то мы там так долго? А мы людей бережем. Мы мирную страну хотим иметь. Правильно же говорит Владимир Владимирович? Я вот прямо его поддерживаю всем сердцем, всей душой. И вообще, я думаю, так же, как он. Но так как я младше его, значит, я так думаю, так же, как он. Да. А мы с ним, он же, у него же отец-то, отца-то его спас, фронтовик. Вот. Потом он же сам рассказал, потом у него, он пришел, маму его спас отец, и он нам Богом дан. Да, он же нам Богом дан.
Так что беречь мы его должны, дай Бог на здоровье, я буду всю жизнь за него голосовать, чтобы было здоровье у него. Да, да, и у всех. Да, спасибо. Да, и будем спасибо. Молиться за него. И спасибо за ваши слова. И чтобы у нас молодежь была правильно воспитана, была пилотом своих промей. Они смотрели назад, ой, как там хорошо, они все живут за счет нас. Вот сейчас он, они он, на, все там заплакали. У них там того нет, того. А у нас все есть. Да. Мы прорвемся. Да. Сейчас я вам все еще дам листовочек. Подождите. Давайте. Праздник. А знаете, вот все время нам не хватало вот этого праздника. Да, да, вот согласен. Это, все как-то пройдет. Парад Победы. А вот этого не хватало. А сейчас вот такое единение. Да, да. Праздник чувствует. Идем, кричим, точно. Поем. Так здорово, вот прям я, у меня душа поет. Да, да, да. Прям вообще. Так и есть. Отлично, да. Мне прям все это так нравится, так хорошо. Смотрите, как все идут. Все радостные, да. Счастливые. Никто не думает, кого-то там убивать, стрелять, да, уничтожить. Да, 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 да. Мы же говорим, мы не хотим никого убивать. И там же людей. Нам там голову заморочены, на той же Украине. Человек человеку друг, да, вот здесь. Конечно. А вот в капиталистическом мире, там а человек вот, человеку а волк. А вот смотрите, все говорит, вот у нас что там. Я тогда еще говорила, что вот этот кодекс строителей коммунизма, они содрали с Библии, с их законами. Человек, человек, друг, товарищ, брат, там трудимся, страну раздали и так далее. Так это все так и было. Вот оно есть. А то это какой-то у нас там Египет. Вот это надо, конечно, внедрить. Вот эту культуру, воспитание. Вот это внедрить. Вот это в обществе у нас. Вот это да. Вот это надо воспитывать молодежь. А то говорят, вот 30 лет там это. И у нас тут то же самое было в стране-то. Да. И сейчас вот план поколения некоторые как по-другому думают. Так что мы... Так, ну вот вам и газеток, да? Менять надо. Есть у вас куда положить? Да, да, подержу. Ну вот, друзья, да, продолжается раздача газет и листовок. Ну вот как раз женщина. Патриот берет и газеты, и листовки для дальнейшей раздачи, друзья. Так что вот таким, с помощью сарафанного радио, с помощью вот на стоящих патриотов и будет распространяться эта информация далее, 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 далее. Вот все, упаковали. Огромный поток идет людей, огромный поток. Причем этот поток же разделен на несколько частей. Это вот сюда, значит, на Китай-город идет, потом туда на Третьяковскую, через Москворецкий мост. Вот, поэтому не знаю, сколько народу, но я думаю, очень много. Сегодня послушаем, что скажут ответственные за это, сколько было примерно людей. И вот Алиса тоже раздает газеты у нас. Пожалуйста, вот флаги ваши. Вот. Все, приятный груз, да. И вам спасибо. Всех благ вам. Всех благ. Работа старших поколений, которые так рассуждают. Надо нам мозги менять. Да. Ну, давай, всего. Спасибо вам. Спасибо. Алиса, ну как идет раздача газет? Ой, у меня вообще очень активно. В лед. В
в лед, у меня в лед. Я им кричу, что по всей стране раздается сегодня газета с праздником за суверенитет. Очень важное, сразу же берут у меня. Иногда оттуда возвращаются, забирают газеты. Прямо вообще. Вот, с праздником по всей стране раздается. Активно, блёд, просто вообще не успеваем. Такой, знаешь, день единения сегодня, вот 9 мая, он, конечно, да, сплачивает народ. Конечно. И это вот просто видно. А мне кажется, народ еще готов сегодня воспринять информацию, потому что на энергетическом каком-то уровне они все видят, что все берут. Сегодня 9 мая, все берут газету, все видят красный флаг. Да, они понимают, что это не реклама, да, и берут. И главное, газета, здесь очень много информации написано. Они, ну, листовки тоже хорошо, особенно на молодежь идут. На Новом Арбате, знаешь, как было утром? Идет поток. Мы еще шли вначале против, раздавали листовки. Идет человек, листовку взял, аж остановился вот так. Потом, ну, его так все, он их притормаживает, останавливается, кто-то почитает, кто-то вот вход приостанавливает и все читает. Ну, замедляет. Листовка замедляет. Я надеюсь, что еще прочищает. Да. Прочищает голову от вирусов. Конечно, конечно. Вот. Но я вижу, что очень охотно берут. Вот, если посмотреть, где-то, видимо, там вот тоже же наши стоят. Некоторые уже идут с газетами. Да, да, конечно. Что, конечно, радует. Да? Тут распределились по всей, так сказать, длине. Кто? Мы-то? Мы? Да, мы по конечно. Всей стране. По всей длине, по держите всей стране. Держите праздником, читайте, да, информацию, очень важно. Да, очень, я тоже вот говорю, что по всей стране сегодня раздаются наши флаги. Смотри, там флаг Беларуси идет. А, или не вижу я, подожди. Или нет? А, это не Беларусь. Отсюда флаг, вижу красный, зеленый. Ну, сейчас посмотрим. Плохо вижу я. А что это? А, красный, зеленый, красный. Что это за флаг? Ну, это, видимо, флаг. С праздником! Важная газета по всей стране раздается. Бывшая республика СССР. С праздником! Важная газета по всей стране раздается. И видишь, много буквы Z у многих. Да, у многих, конечно. Спасибо, что поддерживаете спецоперацию. Важная газета по всей стране раздается. С праздником! Ну вот так вот, друзья, раздаются газеты, листовки в день 9 мая. Вот смотрите, какой идет огромный поток людей. И все они заряжены на позитив, все они заряжены вот, на патриотизм, связанный с геройством наших предков, которые победили фашизм, сломали их, ребят. И это очень важно, это очень важно. Конечно же, это очень не нравится Соединенным Штатам Америки, внешнему управлению, что люди, которые живут в России, проявляют такой патриотизм. Посмотрите, сколько людей идет с портретами своих предков, которые воевали. Как раскинув руки, не жалею ушедшие ноги. И как спали эти живые, и видел снов. А жизнь только снов, и скрещенные. Такие на сегодня новости, друзья. 9 мая 2022 год. Москва. Станция метро «Китай-город». Всем здоровья, всем добра. До скорых встреч.